Заместитель руководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Ильгиза Гарифуллина подозревают во взятке. По версии оперативников, за услуги с ним расплатились люксовым автомобилем Porsche Cayenne. Кроссовер премиум-класса, который оценивают в 6 миллионов рублей, чиновник, по версии следствия, получил за то, что предоставил бизнесмену исключительное право на получение госконтракта. Речь идет о поставке шпал и рельсов в Госрезерв. Цена договора составила 80 миллионов рублей. В ходе обыска квартиры чиновника правоохранителям сразу стало ясно, что Гарифуллин жил отнюдь не на зарплату в 46 тысяч рублей. Дома у него нашли внушительную коллекцию наручных часов, дорогих ружей, чучела убитых животных, в том числе и краснокнижных архаров. В сейфе оперативники нашли более 100 миллионов рублей наличными. И сегодня чиновника арестовали на время следствия за получение взятки в особо крупном размере. Гарифуллину грозит до 15 лет тюрьмы.